Ну, наконец-то. Свежее мясо. Чтоб ты сдох! Сволочь! Yeah!
Как я понимаю, тебя выгнали из ополчения? Дикон Сен-Джон. Жизнь? Сделаешь меня миллиардером, да? О, транжира! Вот, прошу. Тебе кредиты дыру в штанах прожигают, что ли? Вот, другое дело. Сделаешь меня миллиардером, да? Давай, Дик, береги себя. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо.
когда в прошлый раз? Он же последний. Я был в пути, на меня напало свое дорогое. Дикон, приятно видеть. Привет, Сал. Дикон, удачи тебе. И возвращайся. Дик! Ди, как жизнь? У меня лучший товар на Уизерд-Айленде. Сделаешь меня миллиардером, да? О, транжира. Вот другое дело. Тебе кредиты дыру в штанах прожигают, что ли? Вот, прошу. Сделаешь меня миллиардером, да? О, ладно. До встречи, Дик. Но они вопят, когда кого-нибудь заметят.
кто-то у ворот. Привет, Дик. Как поживает общество защиты животных? У нас был маленький. У меня тут всякое есть. Собак за пределами. Ага, ладно. Собак было около 100. Ага. В основном уличные. О, хороший выбор. Тех иногда навещали. Отлично. Ладно. Ага, ладно. Ага. Но я сказала, о, хороший выбор. Так мы не могли ее взять. Эй, заходи почаще. Ветеринар был занят. Мы все же ее взяли. Дикон Сент-Джон, как дела? Эй, Бас. Работа накопилась. На бездорожье, наверное, много бензина уходит. Топливо нужно? Еще увидимся. Ты вообще неправильно топором машешь. Привет, Дик. Что-то нужно? Эй. А, Дикон. Эдди сама вырезала. Красиво, да? Спасибо. Майк хранил кусок красного дерева в комнате. Он хотел, когда все уляжется, что-нибудь из него сделать, типа доски для нардов. Чего? Какие еще нарды? Майк что, играл в нарды? Нет. Нет, но в том и смысл, что настанет день, когда такие вещи... Зана? На меня не смотри, я не знаю. Это индийская пословица. От матери слышала. В общем, реки не пьют свою воду. Деревья не едят свои плоды. Облака не купаются в своем дожде. Великие всегда стараются во благо других. Что скажете? Ну, от тебя он бы такие слова точно оценил. Да. Да, думаю, если бы Майк был здесь, он бы сказал так. И что эта хрень значит? А? Итак? Ага, нет, ты прав. Он бы сказал... Что эта хрень значит? А потом, какого хрена вы тут стоите? Мир сам себя не спасет, мать вашу. За работу. Да? Ты снова прав. И правда ведь работать надо. О, а я рассказывала, как железный Майк впервые увидел нас с Эдди в доме прямо перед камином. Это была умора. Мы были так заняты. Не-не-не, мы там вот просто по полной. Чего? Я не понял. Ну и вот. А тут входит Майк и я не хочу про это знать. Замолчи. Ты посмотри на его рожу. Ничего у меня не рожа. Ах ты, извращенец. Как же вы меня достали. Я могу помочь? Как поживает лучший охотник за головами? Блэр, как поживаешь? Ага. Эй, у нас тут упокоитель! Повернись! Я своя! Эй, стоп, стоп, спокойно! Я ее знаю. Убери пушку, не надо. Ладно, разбирайся.
Не мое дело. Дерьма кусок. Но ездит. Ну, не знаю, надолго ли ты, но Рики могла бы посмотреть. Я привезла товары. На обмен. Ясно. Тогда тебе надо познакомить с Джо Хеслином. Он у нас по этой части. Вон туда сходи. Я не останусь. Ни в каком лагере, ясно? Это уж как знаешь. Пока ты тут, я бы хотел тебя познакомить. Ее зовут Сара. У нее была младшая сестра, и она была очень похожа на тебя. Поэтому вдруг она тебе понравится. У меня была сестра. Она была старше. И такая зануда. Старшее дело такое. Вот мой брат Бухарь, он тоже не подарок, ну, то есть не родной брат, а мы вместе были в мотоклубе. И он теперь тут глава безопасности, я тебе его покажу. Нет, я тут не останусь. Да я понял. Говорю же, как знаешь. А какая у тебя пушка? У тебя вообще патронов так не хватает? С патронами нет проблем. Ну, мне вот вечно их не хватало. Эй, Дикон! Я сделаю.